начался дождь. Мы сидели вон там вот. Буквально сразу все смыло. Осень под дождем. Достаточно непривычное явление для этих краев вроде как. Потому что обычно здесь просто жара и жара, а тут дождь пошел. Ну, все вроде довольны. Места хватило всем. Даня кушает салат, Даня всегда держит форму. Денис на креветках постоянно. Ну а Ванька уже стартал своего лосося. Во-первых, кто справился, это гвардия. Кэптен Америка. Очень серьезный. Very serious. He's thinking about tomorrow's matches versus ninjas in pajamas, about positions, that's too long, like train middle. No? What about? We're going to sleep. He's thinking about sleep. Хочет поспать. Это из Бриолина. Петюря, 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 петюря. Дождь, у нас пропал старик. Злодей, блядь, пороха просто. Думаешь, сюда ладно? На видос! На видос! Все хорошо? Все хорошо, на видос? Мне кажется, что ты стал... Ты пришел в мексиканский ресторан, ты немножко стал мексиканцем. Yeah, thank you. Sorry about that, guys. And I need pork. Pork, I guess, but... Что я заказывал сэлмон, а мне принесли другое блюдо, я от него отказался, и вот он мой сэлмон. Лосось. И в рыбных местах нужно заказывать рыбные дела. Да.